Сообщается, что Мострансавто передало перевозку пассажиров по маршрутам номер 22 и номер 1 субподрядной компании ООО «Красногорск-Авто», которая входит в группу «Автолайн». Автостанция данной организации расположена в городском округе Мытищи. Планируется, что для жителей переход на другую компанию-перевозчик с 1 апреля пройдет незаметно. Вид, количество и класс подвижного состава не поменяется. На автобусных маршрутах номер 4, 6, 8, 40, 41, 316 изменений не предвидится. Их продолжает обслуживать Мострансавто автоколонна 1789. Всего сегодня на территории городского округа Ивантеевка перевозка пассажиров автомобильным транспортом производится по 9 регулярным маршрутам.